Выезд. У тебя масло вытекло вообще-то из BMW просто. Просто вытекло. Поэтому ты на Porsche поехал? Ну, как-то так получается. Снег. Шикарная погода, а я, как всегда, по погоде. На зонтике заказала кое-что для моей малышки. Будем открывать и смотреть. Можно пока нажать на паузу, потому что я буду открывать долго. Ну все, я открыла, короче. Открываем. Ду-ду-ду. Где? 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 Хрена себе запаковали. Во. Сейчас она не очень цветная. Это. Еще вот такой вонючечку для Porsche. Все официально сидит. Круто, ну согласитесь, клёво смотрится, правильно? Что нужно для человека для счастья? Вонючечка Porsche, больше ничего. Так, все убираем. Будем мыть красавчика. Я заехала на вип-мойку. То есть я сижу в машине, а мне ее просто моют. Кайф. Пока муж моет машину, я просто прохлаждаюсь.